Здравствуйте. Приветствую вас в солнечном Шарм-эль-Шейхе. Меня зовут Эльза, я работаю гистролечно в отеле Coral Sea Holiday Resort. Сегодня я вам дам информацию о наших отелях Coral Sea. Всего их 4 в Шарм-эль-Шейхе. Последовательно я вам расскажу о каждом нашем отеле. Начнем мы с отеля Coral Sea Holiday. Вот такой вид на пляж. Coral Sea Holiday – это демократичный курортный отель, окруженный садами. Находится он в 10 километрах от международного аэропорта Шарм-эль-Шейха. Отель у нас 2007 года. Последняя реновация была в 2019 году. Ну вот начнем с этой картинки, значит, да, самый главный. Наш пляж здесь расположен. Пляж протяженностью 320 метров, песчаный, заход пологий, понтон около 400 метров, устойчивый, деревянный. Далее по бассейнам. Что касается бассейнов, на территории отеля у нас 3 бассейна. Это главный бассейн, есть бассейн, он называется у нас Quiet Pool, только для взрослых, adult only, тихая, спокойная зона. Он у нас с подогревом в зимнее время. Главный бассейн, и еще есть актив пул, где проходят у нас всевозможные активити с анимацией, и он у нас тоже идет с подогревом. Ну и такой вид вот сверху получается, да, и также на территории отеля у нас есть две горочки такие, два элемента. Что касается номерного фонда. Всего на территории отеля 484 комнаты. Номинальная категория – это стандарт рум. Сейчас на фотографии мы видим superior room. В принципе, внутреннее содержание у них одинаковое. Разница заключается, значит, в квадратуре. Если стандарт рум у нас 36 квадратных метров, superior чуть больше 40 квадратных метров. И большинство комнат superior у нас идут с видом на море. А в комнате, значит, кровать king size. Так, кресло, либо софа, столик, телевизор, мини-бар, чайная зона, мыльные принадлежности всевозможные. Следующая, значит, категория swim-up room. Комната, значит, представляет из себя внутреннее содержание, аналогичное стандарт-рум. И плюс идет свой собственный выход в бассейн. Это swim-up. Категория family room. Имеет дополнительное, значит, зонирование, зону дополнительную, в которой расположены две софы, телевизор, столик, и разделены они дверями купейной системы. То есть размещение 2 плюс 2, 4 человека. Если стандарт Superior Swim Up 2 плюс 1, ну плюс возможность размещения детской кроватки бэби-кота, то Family Room уже полноценно 2 плюс 2. Family Suite – это у нас тип комнаты повышенной комфортности, то есть имеет дополнительную комнату, изолированную, в которой две раздельные кровати, телевизор, столик и все остальное по стандарту. King Size – кровать, телевизор, мини-бар, столик, софа. Далее категория Kids Den Room. Kids Den Room у нас имеет дополнительную изолированную комнату, в которой расположена двухъярусная кровать, телевизор, пуфики и детские декорации. То есть это такой семейный номер. Тоже смотрим. Ну вот на этой фотографии Swim Up Room терраса, то есть вид со стороны бассейна на категорию комнаты Swim Up. То есть дополнительные два лежака, столик, где гости могут наслаждаться отдыхом. Что касается ресторанов, всего на территории отеля у нас 6 ресторанов. Вот на фотографии мы видим открытую террасу главного ресторана. Помимо террасы у нас есть закрытое помещение, просторное довольно-таки. Это главный ресторан. В главном ресторане у нас есть детский уголок, есть уголок здорового питания. И есть у нас три ресторана а-ля карт ресторана. Это индийский, китайский, итальянский. В них гости могут на выбор гости могут посетить один из а-ля-карт ресторанов один раз за неделю бесплатно. И также у нас есть дополнительные два а-ля-карт ресторана за доплату. Это Stone Grill и Seafood. Так, далее на фотографии мы видим спа. Значит, на территории есть спа, бьюти-салон и спортзал. Спортзал бесплатно, спа и бьюти-процедуры за отдельную плату.
На данной фотографии мы видим закрытый бассейн в спа с элементами таласотерапии. Также в этом бассейне у нас есть велотренажер прямо внутри в бассейне. Тоже как элемент оздоровления. Так, далее, значит, ну вот здесь на фотографиях мы видим ресторан «Бамбо», о котором я говорила только что. Алякарт ресторан с соответствующим декором. И вид алякарт ресторанов наших, трех наших алякарт ресторанов бесплатных, они находятся в одном здании. Вот такой вечерний вид красивый. И в этом же здании у нас находится бар только для взрослых вечерний, с 6 до 12 он функционирует, с очень живописным видом на море и живой музыкой. Так, что касается пляжа, да, вот у нас следующая фотография. Я уже говорила, пляж у нас песчаный, большой, просторный. На пляже у нас есть территория только для взрослых. Также в этой, значит, в этой зоне у нас находится футбольное поле. Также на территории пляжа у нас можно поиграть в волейбол. Понтон протяженностью 400 метров, я уже говорила, удобный, комфортный, погружение удобное. Далее. Для спортивных гостей у нас есть спортивные площадки. Это теннисный корт, это есть многоцелевая площадка, футбол, баскетбол можно поиграть. И британская игра боча, тоже есть у нас отдельная площадка для этого. И детский клуб, вот мы на фотографии видим, да, открытая детская площадка. Значит, у нас детский клуб и две открытые площадки. Одна находится в центре отеля и одна находится при Kids Club. Так, где можно, в принципе, оставить детей для игры с аниматорами, и взрослые могут заняться своими делами, отдыхом. Детей до 4 лет, значит, в присутствии родителей с 4 до 11 лет детки уже самостоятельно остаются с аниматорами и занимаются, играют. Также мне хотелось бы обратить внимание на территорию нашего отеля. Она очень зеленая, красивая, ухоженная, такая парковая зона. И многие гости у нас отмечают именно вот красоту нашего отеля за счет зелени многочисленный. Далее, ну вот фрагмент главного ресторана мы видим, да, накрывается он у нас на завтрак, на обед и на ужин, разное идет, значит, оформление столов, вечерний прием пищи, это обязательно скатерти, вот такое красивое оформление. Открытая терраса, днем, значит, у нас это как главная территория главного ресторана, и вечером это уже как пиаза ресторан. Да. Далее, значит, у нас идет фотография ресторан, алякарт ресторана итальянского, также он у нас бесплатный. И ресторан «Ля Мэр» – это дополнительный ресторан у нас с дополнительную плату, ресторан морепродуктов. Он также находится у нас на пляже. И в вечернее время у нас функционирует еще спортбар с 6 до 12, где гости могут посмотреть какие-то спортивные мероприятия. Там же у нас находится бильярдный стол. Далее мы видим на фотографии открытую террасу, бар. Излюбленное место наших гостей. Вечером здесь можно послушать живое пение и насладиться отдыхом. Ну, вот на фотографии мы видим наш спортзал, джим. Так, далее. Coral Sea Aqua Club. Он находится прямо напротив отеля Coral Sea Holiday. То есть гости двух отелей могут посещать как Coral Sea, значит, у нас Coral Sea Holiday приходит у нас в Aqua Club и пользуется на бесплатной основе аквапарком. Это оживленный курорт, находится он в 11 минутах от моря, то есть гости, этот отель находится на второй линии, поэтому гости у нас приходят в отель Coral Sea Holiday пользоваться пляжем.
И также в непосредственной близости находится у нас дельфинарий, буквально в 3 километрах от этого отеля и в 10 километрах от международного аэропорта Шарм-эль-Шейха. Отель более компактный, но в то же время уютный. Номерной фонд 212 номеров. Вот начнем с категории стандарт-рум. В принципе, категории комнат, они перекликаются, очень схожие во всех наших отелях. И вот мы посмотрим, как они выглядят. Значит, king size кровать, телевизор, всевозможные комоды, зеркала и выход на террасу либо на балкон, в зависимости от этажа. Но здесь вид уже такой более современный, модерн. Последняя реновация у нас была совсем недавно. Открылся отель в январе этого года после реновации. То есть номерной фонд весь освеженный. Категория family. Точно так же идет дополнительная зона, значит, где у нас две софы. И разделены эти зоны межкомнатными дверями купейной системы. Размещение 2 плюс 2. Также есть софа в комнате, которая раскладывается в полноценную односпальную кровать. И самое интересное, я бы сказала, в этом отеле, это, конечно, наличие аквапарка, всевозможных аттракционов. Наиболее такой интересный, я бы сказала, да, и востребованный, так гостей очень много на этом аттракционе, это флайрайдер, серфинг. Он единственный в Шарм-эль-Шейхе, я хотела бы отметить. И у нас есть гости постоянные, которые приезжают конкретно попользоваться этим аттракционом. Всего горок 13, 3 детские и 10 взрослых. Далее, ну, вот так они выглядят у нас. Есть отдельная зона для деток. Вот на этой фотографии мы видим яркие горочки такие, это детская зона. Далее аттракцион идет волна. Имитация волны, он идет у нас с подогревом в зимнее время. Что касается а-ля карт ресторанов, баров, значит, главный ресторан, где проходит основной прием пищи, такое светлое, уютное помещение. И, значит, у нас есть бар только для взрослых, который функционирует в вечернее время, с 6 до 12 вечера. А-ля карт ресторан американский, Stone Grill, далее на фотографиях мы видим, который также гости могут посетить на бесплатной основе на выбор один за неделю, в течение недели. Ну и вот на этих фотографиях мы видим, значит, Лези Ривы, вот такая вот ленивая, так называемая ленивая река есть, на которой можно прокатиться на надувной лодке. Так вот, она идет по всему, получается, так вот, по периметру отеля. Далее, значит, фрагмент лобби. Эти гости у нас тоже отдыхают. Лобби-бар работает 24 часа в сутки. Далее, значит, есть также у нас ресторан азиатской кухни. Так, далее, значит, Coral Sea Sanctuary. Thank you.
этот отель тоже находится у нас, значит, в непосредственной близости от аэропорта в 10 километрах. Это элитный курорт в 52 километрах от природного заповедника Рас Мохаммед. Также на фотографии мы можем видеть остров Тиран, вот прям с видом на остров Тиран весь отель расположен. Что хотелось бы отметить по поводу этого отеля, здесь очень шикарный, красивый коралловый риф. То есть гости, у кого в приоритете именно кораллы, рыбки, то есть кто любит заниматься снорклингом на ежедневной основе, это, конечно же, Coral Sea Sanctuary идеально подходит для этих развлечений. Coral Sea Sanctuary находится в районе Монтаза, ну и по категориям комнат сейчас пройдем. Здесь идет более такое детальное типирование комнат. Тут порядка 20 типов комнат. Всего 470 комнат в отеле. Номинальная категория – это стандарт рум. В предыдущих отелях я вам рассказывала о стандарт и фэмили. В принципе, здесь такие же категории комнат стандартные. И плюс дополнительный, вот предположим, Сенсатори Сюит комната повышенной комфортности, как мы видим, значит, с выходом на свой собственный бассейн. На полу ламинат, такой более уютный вид комнаты. Реновация была недавно, вот как вы видите, очень такой красивый, в современном стиле ресепшн. Главный ресторан, очень просторное помещение. Также есть детский уголок, уголок здорового питания. Лобби-бар, терраса открытая. Лобби работает также 24 часа в сутки. А-ля-карт рестораны, американский ресторан, есть мархаба ресторан восточной кухни. Также гости могут на выбор, да, посетить один из а-ля-карт ресторанов. Хотелось бы отметить, что инфраструктура санатория очень такая насыщенная, и здесь большое количество бассейнов, 7 бассейнов, 2 с подогревом. Вот мы видим Infinity Pool, Splash Pool. На этой фотографии мы видим вид категории Swim Up снаружи. Так они выглядят, комнаты. Всего в отеле 4 корпуса. И также хотелось бы обратить внимание, что есть один отдельный корпус у нас, где заселение идет только для взрослых. Также на этой территории есть отдельный бар и бассейн только для взрослых. Живая музыка. Лобби-бар в таком красивом современном стиле, тоже мы видим фрагмент лобби-бара на фотографии. Что касается спа, да, на территории отеля у нас есть спа, бьюти-центр, спортзал. Спортзал на бесплатной основе, спа и бьюти-процедуры за отдельную плату. Ну вот мы можем видеть открытая терраса спа с джакузи и с видом на море. Очень такое красивое оформление, и я думаю, что очень приятно гостям будет наслаждаться таким видом отдыха. Значит, что по поводу спа, хотелось бы отметить, что в спа работают у нас массажисты-терапевты только из Индонезии. Далее, что касается пляжа. Пляж песчаный, с понтоном. Понтон, значит, 165 метров. Еще раз повторюсь, очень красивый коралловый риф. Понтон пластиковый, такой, ну, как бы сказать, если в предыдущих отелях я говорила, что у нас деревянный устойчивый, здесь пластиковый понтон. И хотелось бы отметить, что этот отель все-таки он для более таких динамичных гостей. Если в Coral Sea, Holiday и Aqua Club – это такие отели более семейные, спокойные, так скажем, Coral Sea, Holiday, если предположим, да, то Sanctuary – он более активный отель для активных гостей. Ну и также по стандарту, значит, спортивные площадки – это теннисный корт, футбольное поле, спортзал мы можем видеть, да, очень тоже интересное расположение с видом на море. И последний наш отель – Coral Sea Water World.
он также находится в Монтазе, непосредственной близости от аэропорта Шарм-эль-Шейх. И также недалеко от отеля Coral Sea Waterworld у нас есть гольф-клуб. Также в этом отеле у нас есть свой аквапарк. По поводу аквапарка, всего 14 горок, у нас 4 детские, 10 взрослых. Есть детская зона. Вот мы можем видеть на фотографии справа детская зона. Она идет у нас с отоплением в зимнее время. Также на территории есть Kids Club. Хотелось бы тоже обратить внимание, да, что территория очень зеленая, ухоженная. Вообще Coral Sea, сетка Coral Sea особое внимание, да, уделяет именно озеленению территории. И все наши отели, они очень ухожены и много зелени на территории отеля. Так, категория джакузи Family Superior Room. А вот так это выглядит, вот такой декор. То есть на террасе возле номера расположена джакузи с таким оформлением. И это все с видом на море, тоже довольно-таки это красиво и привлекательно выглядит. Так, ну тут далее я вам дам информацию, краткую, без фотографий уже. Значит, также категории стандарт, Family, Deluxe Room, Family Deluxe, Kids Den, Family Suite, Family Superior и Family Superior Jacuzzi. Как я ранее и говорила, у нас номерной фонд во всех отелях, он перекликается, поэтому расположение и содержание комнат, в принципе, аналогичное. Так, что касается... пляжа. Пляж также идет песчаный, протяженностью 400 метров, понтон устойчивый, деревянный, длиной 180 метров. Также есть у нас, значит, а-ля-карт рестораны итальянский, азиатский. Есть у нас всевозможные бары. Лобби-бар также работает круглосуточно, 24 часа в сутки. Хотелось бы отметить по поводу алкоголя с 12 до 10 утра. Алкоголь идет за отдельную плату, все остальное время бесплатно. И еще один важный момент по поводу интернета. Интернет в сетке Coral Sea, значит, выдается лимитированный бесплатный интернет. В размере 3-4 гигабайта, в зависимости от отеля, значит, и если этого недостаточно, гости могут купить дополнительный пакет интернета. Есть у нас два, значит, однодневный, это $5 на два гаджета без лимит. И второй пакет, это на все время пребывания, $16 на 5 гаджетов без лимит. Ну и, пожалуй, это вся самая важная информация о наших отелях. Спасибо за внимание, и мы ждем ваших гостей и вас в том числе в наших отелях. Всего доброго!